Ну, опять-таки, честно скажу, сам пользуюсь. Пока это не, не входит в рамки того, что я нарушаю закон. Да, я захожу на сайты и слушаю музыку в социальных сетях, я смотрю фильмы, хотя у самого огромная коллекция и лицензионного. То есть я поклонник кино, ну это понятно, да. Я люблю, покупаю фильмы, я смотрю, люблю музыку. Наверное, это справедливо, что люди, которые вкладывают в этот труд свой, имеют право за это получить деньги. Потому что, ну, не на пустом месте. Я сегодня понимаю, как это сложно сделать какой-то проект, записать музыку. Это требует огромного времени, усилий и времени, которого очень трудно оценить. Если это всем очень так понравилось, я считаю, что ну, ничего страшного в том, что каждый за то, что он получил удовольствие, да, внес свой вклад и таким образом ну, сказал спасибо этому человеку, который получает возможность создать еще что-то. Да, что может опять-таки найти отклик в сердцах. Наверное, это справедливо, что человек, мы сегодня живем в таком, у нас рыночное отношение, что человек имеет право получить вознаграждение за свои усилия. Да, потому что ну, сегодня же человек, который там, стоит у станка, работает водителем, он же получает за свои усилия, он получает вознаграждение. И я вас уверяю, что многим кажется, что что касается творчества, это легкий труд. Нет. Наверное, один из самых тяжелых. Потому что то, что кажется, оно всегда немножко не так кажется. Вот. Поэтому я считаю, что это справедливо. Я считаю, что я не знаю по поводу, опять-таки, по поводу штрафов. Там, давайте там на север там, или на Колыму, или там лес валить за то, что я прослушал песню там Лепса где-нибудь, или Стаса Михайлова, не дай бог, в этом, в социальные сети. Да? Я не думаю, что человека стоит за это на север сразу, в Сибирь гнать. Но какие-то законы, опять-таки, не моего ума дело, да, именно принимать. Здесь, наверное, нужен какой-то референдум, опять-таки, нужно учитывать общественное мнение. А может и действительно какая-то жесткая рука, которая понимает точно, что делает. На этот вопрос я ответить не могу, но считаю, что не знаю, как насчет наказания, но то, что насчет вознаграждения человеку, который потратил и вложил свои усилия в создание продукта, который я захотел посмотреть или послушать, имеет право получить.